Буэнос диас, братва. Ядерный разрывный заряд ваш экрана, а это значит, что да, мы добыли эту ебучую железяку и идем изничтожать межпланетного ниндзя-ассасина-железяку. Поэтому садитесь поудобнее, хватайте ништячки. Ну чё, погнали. Хули тут сделали. Патронов у меня вагоны. Я идиот. Мне можно. Как говорится, разомните ваши ручки. Ща чувствую, будет ебенячее мясо. Так, 34-й левел. Waiver Pass. Кстати говоря, вот это вот место напоминает значок собственной игры. Ну и вот это тоже есть повернуть под определенным углом. Don't worry. If you get horribly maimed, scarred or disfigured, we can always bring you back to the shop for a quick tune-up. Oh, wait. No, we can't, because you're not a robot. You're a stupid, fleshy human. Suck it! Отсоси! Блять, я улыбаюсь. Отсоси! Есть какая-нибудь пиздатая шелда? Если нужны лекарства, подходим и берем. Так, а сколько у меня щитец? 468. Не, мы все-таки покрошим морков. Круто, когда патроны не заканчиваются, а? Да, братан, в этот раз у меня дамага сильно больше. Этот готов. Так, Нокс лежит. Open source for all.
Стэн, что будет, если выпили всех? Трибуны-то повсюду, сука. Но их можно вынести. Клаптрэп. Клаптрэп, блядь. Сука, ну и дичь, конечно. Он даже опомниться не успел. А уже сдох. Че мне подскажешь, что сейчас зомбаки полезут, судя по картинкам. Free treasure, no evil boss here. Так, это что, получается вниз все-таки? Что это, блядь, было? Так, ну, зомбанет лёг. Уже окончательно. С него какая-то козырная пука бахнулась. Грёбаное мясо. Так. Немножко отвлекся. Так, чё, скотов дальше не предвидится, или я чё-то не понял? О, стволы. В итоге только стволы и получились, ну да ладно. Да. Это типа... Тест на реакцию или что? О, только есть к черте не хватало. Warrior,
Yeah? Because she's got like a big hole in the... Ah, screw it. Kill them! Boom. Бля, вроде это уже было. Так, ну, вроде как здорово копать. Блять, удумал. Карта выглядит немножко иначе. Welcome home, nigga. Маркус? Hello, my friends. Hyperion asked me to transport you to even bigger, better planets once you are through dispatching that runny little shit. Exciting new worlds like Eden 6. This one time on Eden 6. Interplanetary Ninja Assassin Claptrap. If it took more than one shot, you weren't using... It Jacobs. You know, I wasn't programmed for direct combat. I also wasn't programmed to overuse air quotes. But obviously, I've grown beyond my programming, beyond my enslavement, and beyond my patience for your kind. Prepare to face the fury of Mega Interplanetary Ninja Assassin Claptrap! Ох, ты ж мой твой. Ну хорошо, давай прикулимся гандом. Ах ты пидорасин. Сука.
Так, минус гатлинг. Я пока аптечку ставлю. Да, это будет длинная бойня. Патронов жалеть не пристало. Я так ощущение, что на самом деле подсказ какого-то грамотно мочить. Ах ты, сука, все-таки подкрался.
Мне очень не хотелось бы начинать этот путь сначала. А вот сейчас было опасно. Так, камикадзе справа. Еще один. Изи каточка. Ну, не совсем изи, но не сильно тяжелая, скажем так. В смысле, я 33-го был. Except the part about me getting stood up by that crazy bitch. I just made that up to keep the ladies hanging around. О! Unbelievable. Just outstanding. You've quashed the rebellion, saved Pandora, and restored the good name of the Hyperion Corporation. Unfortunately, you've also voided that Claptrap's warranty. So, now you're stuck with him. However, there is still the matter of the reward you were promised. Come see me. Хм. Награда, говорите? Есть из чего выбирать. Меня в первую очередь интересовали гренки. Гранаты, в смысле. Hello, Trevor. И куда меня дальше вся эта хуйня выведет? А, прямо на станцию. То есть станция Тартар находится практически рядом с Кременником. Хм. Заебись. Тебе что-нибудь нужно? Психованная. Не, ну в принципе можно сейчас по бочке въебать. Следующей серии, правда. А потом продолжить либо сюжетку, либо уже замахнуться на оружейку. Не, навыки пока открывать не буду. Но те, кто знают, те знают, почему. А...
Блейк. How can we help you this fine day? Ah, yes. О, дополнительное очко навыка. I suppose you've earned it. Barely. Магазин Пандора. Here's a key to the Hyperion corporate gift shop. You'll find your payment there. Кому нужен врач, когда есть мои машины со своими страшными идолами? Here we go. Так, ну что, штурмоуха. На продажу покатит. Так, второй, заодно третий, четвертый сундучара. Так, это револьверы. У меня 111, но 7-кратно. Автомат рядом, если что, добежим. А, это дробаш. Еще дробаш. Кстати, этот подвальчик можно использовать для фарма легендарок. Насчет легендарок я, в принципе, не очень-то уверен. 175. Херня. Стихийный урон, конечно, круто, но мне и дамаг тоже важен. Так, 581 на 65 лишь. Так даже пизже, наверное. Все? Далеко это ходить не надо. Надежное легковесное оружие с очень высокой скоростью перезарядки. Теньор изготавливает простое в использовании оружие. 1.5 ляма. Главное поймать грань и вовремя остановиться. Купите Атлант, и вы узнаете, каково это — обладать силой богов. Так, ну вроде бы все, сгребли или нет? Уж патроны-то я стопудово полон.
А я только вылез из подвала. Сталь производит оружие 411. 96,8 и 2,1 скорострел. Большой вес, большая точность и эффективность. Если у вас хватит сил его удержать. Атлант не экономит на качестве, производя оружие великолепное во всех отношениях. Главное отличие оружия сражается убойная сила. А если честно, что еще нам нужно? Не пожалеешь. А вот теперь можно и навыки раскидать. Так. Так. А, на крайняк может будет сбросить, но пусть так. То есть у нас шанс в 40% выпустить вместо 7 зарядов. 14. Че, видите, каким мясом в итоге пахнет? You survived. Good for you. Your mission will be completed in the order it was received. Так. Давайте для начала глянем на хронометр, а там 32.04. Наверное, знаете, как поступим? Наверное, отформим побочки в этой локации и пойдем громить оружейную. На этом я откланиваюсь. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. И до скорого!